Петя, Даша. Здравствуйте всем. А ты кто? А я Лида. Не, ну может, там кто не знает. В общем, совместно прочитанная, как уже сложилась традиция за месяц. У нас это две книги. Одна из них Донцова. Самая первая книга. Здесь «Крутые наследнички». Ну, есть еще «Погоня за всеми зайцами», да? Ну, их я уже не читала, их мама читала. Вот, собственно, как я уже сказала, самая первая книга, главная героиня Дарья Васильева. Первая часть, так сказать, вступление в сюжет, это буквально биография самой Дарьи Аркадьевны. Вот, а все остальное уже пошло-поехало. Я несправедливо считала, что юмор Донцовой приугас, стал более черным таким юмором, мрачным. Я была не права, потому что я прочитала первую книгу и убедилась, что с опытом ей пришло и перо стало лучше, и юмор. Тоньше. Вот, и, в общем, получила она все-таки. Да. Ты вначале, так сказать, прочитала, а я потом увидела, что ты прочитала. Ну дай-ка, хотя перечитывала, конечно, уже за это. 2002 год, издание, первая книга. Прошло достаточно времени, я за это время, видимо, где-то трижды все ее книги я уже перечитывала. Но уже подзабыла, конечно, несколько. А ну-ка, я тоже посмотрю. С удовольствием прочитала, да. С неослабевающим, несмотря ни на что. Так что очень позитивно. И в мудрости, и во всякой разности. Вот. И вторая книга, это наш любименький Акунин. Значит, кто видел мое видео, черт его, вот как оно там называется. В общем, самое последнее видео о книжных посылках. Тут видел, что мне пришло две книги Акунина из жанра «Любовь к истории». Вот они, обе. Одна называется «Самая таинственная тайна, другие сюжеты», а другая «Самый страшный злодей». И другие... Ой, извини, пожалуйста. Размахались. От радости не иначе. И другие сюжеты. Все они из разряда книг «Любовь к истории», коих уже считается 3 вместе с той, которая новая. Вот. И одна из них «Страшный злодей». Самый страшный злодей. Оказывается, уже в библиотеке у нас есть. Я ее не опознала. Почему? Она ездила, потому что другая обложка, и у самой первой книги из этого жанра, самая первая часть, получается, не было названия. Она просто называлась «Любовь к истории». Вот она оформлена в виде iPad. Вот, поэтому получается, что вот эта книга, вот эти две книги, это одно и то же. Поэтому новая книга Акунина у меня одна, а не две. Так вот. Теперь, когда я объяснила и предостерегла от ошибочных покупок, продолжим. Значит, «Самая таинственная тайна, другие сюжеты», как я уже сказала, является третьей в цикле жанра «Любовь к истории». И это упорядоченная и скорректированная публикация постов на ЖЖ писателя. Ссылку, как всегда, внизу оставлю под видео. Кто-то может сказать, скривить нос и сказать: «Фи, зачем покупать, если можно бесплатно читать?» А не сказала бы. Во-первых, пощупать и полистать. Иллюстрации здесь совершенно шикарные. Просто наугад открою. Прямо гениально. К тому же подобрано по определенной тематике и все такое. Я, например, читаю и его ЖЖ, и книги, и мне все безумно нравится, то, что скажешь. Ой. Да, хоть инструкцию к стиральной машине напишет Акунина, я буду читать, потому что все, что выходит из-под его пера, его мысли, его чувства, просто удивительные, познавательные и просто замечательные. Поэтому я бы не сказала, что вот они совершенно одинаковые, мне так кажется. Или, может, я подзабыла, я еще посмотрю. Но, по крайней мере, я вот читала как первый раз. Для меня это как-то было... Как ты читала в первый раз? Ну, да. Ты говоришь, ты злодей. Ты злодея разве читала? Нет еще. Только после вас. Право, первой брачной ночи. Так а мы-то не будем, мы-то уже как бы проходили, да? Уже, тогда не можно приступать. Да, тебе можно приступать. Так и сказала, а я-то не в курсе. Я-то жду уже вот... при свидетелях. Попробую. Может быть, я по-новому. Ну, издание это совершенно иное, поэтому я так думаю, все равно. Тебе, кстати, какое оформление больше нравится? Вот такое? Или вот такое? Вот такое. Под газету, да? Да. А я как-то вот к этой привыкла. Как-то вот она мне нравится, вы прямо как это. Очень символично. Ну, очень, прямо очень. Поэтому я с удовольствием поскочу прямо сейчас, не отходя от кассы. Скачи уже. На сегодня прощаемся. До скорых книг.